Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня зарабил кадровое призначение узгоднил на посаду старшини Шумилинского райвыконкама Олега Быкова. Листопадовские проездные билеты на трамвай будут соправданными на городских автобусах до 1 снежня. Такое решение принято в связи с закрытием с 15 листопада Полоцкого путепровода. Международный фестиваль творчества студентов-медиков «Студентская осень» проходит у Витебску. По эфиру новини Витебской области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня зарабил кадровое призначение и узгоднил на посаду старшини Шумилинского райвыконкама Олега Быкова. Дагэтуль он займал посаду наместника керовника района и курировал пытание жилево-коммунальной господарки. Олегу Быкову 44 годы, он уроженец городского поселка Шумилина. Тут скончил школу, по специальности Олег Быков техник-будаўнік. Некоторый час узначальвал Шумилинское ПМК. У ближайший час кандидатура Олега Быкова будет представлена на узгоднение депутатам Шумилинского райвыканкама. Замасывание молодых кадров на селе – тема, якая не раз уздымалася старшинёй Витебского облвыканкама. Только у гэтым годзе по доручэнні Миколая Шарснёва была скорректирована учебная программа у сельскохосподарших колледжах и ВНУ, повялічана вытворшая практика, прычым у вядучых господарках в области. В опыт трэба пераймаць у лепших, а разом с тым и уздымать престиж профессии аграру. По асаблівому гэта тема гучыць у год малой радзімы. Наш наступный репортаж об одном из молодых керуников господарки у Миёрском районе Иване Юрашаку, який убашил великие перспективы на малой родиме. Дела в кабинете не делаются, делаются на полях с людьми, общение с животноводами, механизаторами, там, где не бежит. Быть мобильным обовязывая посада. У своей 27 Иван Юрашек уже директор сельгазпредприемства. Открытым акционерным товариством Туркова он кюрует без малого 2 года. Господарка досталась поспяховая. И зараз важно, упэўнены директор, оправдать довер коллектива. Отводим 50% пота зимы и зерновые. Высеваем 400 гектаров рапса, 350 гектаров кукурузы. В хозяйстве имеется 3 животноводческие фермы. На работе 6 часов, когда уборочная, до 10 часов. Господарский подыход молодый керовник показал с первых дзён работы. На зерневом складе з'явились новый дах и телятник. Так само у Туркова побудовали еще одну сенажную траншею, бо заховывать корм для живёл, каже молодый керовник, треба только по технологии. До речи, у господарцы великое поголовье. 60% молока класса экстра, остатняя высшего гатунку. В сельской местности нуждаются в молодых и перспективных. Другие подходы, технологии все обновляются, и молодежь у нас больше обучена этому. Акцент делаем именно на наших, тех, которые здесь родились, которые здесь родители жили. И мы их стараемся, чтобы привлечь. Если сегодня человек хочет закрепиться на земле, все условия для этого есть. Иван Юрашек – потомный аграрий. Перш чем кировать господаркой, працевал 7 год на комбайне. До речи, молодежный экипаж завсёды был у лидерах. Зараз на достойный выник керовник нацеливая у всех работников господарки, бо сельская праца потребуя полной отдачи. После закончения городской сельгасакадемии Иван Юрашек, не раздумываючи, вернулся на малую родиму, але уже не один. Подчас учебы познакомился с будущей жонкой. Алена, как и муж, агроном по адукации. Зараз семья выховывает дочок Полину и Маргариту. Не принципиально, ты где живешь, в деревне или в большом городе. Все-таки главное, наверное, детки, что у них есть садик и медицина, все у нас доступно. В ближайшие выходные хотим в Мосор съездить, там у нас тоже очень красиво и культурно. При желании можно побывать где хочешь. Яблоневый сад, господарка, догледженный участок. С каждым годом гэты подворок становится все больше комфортным. Молодая семья зарабила кончатковый выбор на корысть нового життя и бачить перспективы менавіта на малой родиме. Виктор Пралич, Марина Романовская и Михаил Христофоров. Новины Миёрский район. Листопадовские проездные билеты на трамвай будут соправданными на городских автобусах до 1 снежня. Такое решение принято витебскими уладами у связи с закрытием с 15 листопада Полоцкого путепровода. С этого дня перестанут курсировать трамвайные маршруты 4, 6, 8 и 9. Але рухомый состав додатково накируется на трамвайные маршруты 1, 2, 3 и 7. Жители микрорайона, которые жили по улице Титова и обслуживались и пользовались услугами трамваев, могут пользоваться проездными месячными билетами, которые были ранее определены, и они будут действовать в автобусах до 30-го, до конца месяца.
Додатковую информацию об скорректированных маршрутах громадского транспорта можно найти на официальных сайтах Гарвыконкама, Гарэлектротранспорта, Витебскаблаутотранса. Обледянелый асфальт стал причиной дорожно-транспортного здарения на центральной улице Витебска. Сегодня раницей джип Hyundai занесла ля Кастрычницкого моста. Женщина-водитель не справилась с кированием и от удару об бордюр джип закрутила и выкинула на тротуар. Иншамарка изнесла огороджу моста, от падения выратовал люк, об який обоперлось одно с колов. Женщина не справилась с управлением, ее занесло, скажем так, из-за скользкого дорожного покрытия. Она врезалась в бордюрный камень по ходу движения, после чего выехала на полосу встречного движения и повисла на бордюрном ограждении над рекой Витьба. Если бы не люк, который находится за этим бордюрным ограждением, то, возможно, женщина и съехала туда вниз, к самой реке. У водителя 10-годовый стаж кирования. Допомога медиков ей не спотребилась, а вот джип доставали с допомогой пожарной техники. Да и еще раз вертаю увагу водителю и пешеходов на необходимость улишивать умовы надворья и выконывать правила дорожного руху. Званы Софии, 23-й международный фестиваль органной музыки по традиции сбираю в старожитном Полоцку ведомых музыков, органистов разных краин, школ и стилей, а так само их отданных прихильников, аматору органного мастерства. 10-годию камерного оркестра Европа-центр и 30-годию творчей деятельности солистки концертной залы Софийского собора лауреата международного конкурса Ксении Погорелой было присвящено открытие фестивалю. Если интерес к музыке есть, к исполнителям есть, то и фестиваль живет. Если есть артисты и есть публика, значит, есть фестиваль. 30 лет – это вроде как и много, и вот так это все быстро проходит. Я думаю, что сегодняшний концерт тоже мы старались как бы пройтись по страницам наших самых удачных концертных программ. И все самое лучшее собрали в этом концерте. Если говорить о том, что на органе, как правило, играют вечную музыку, и миллионы комбинаций тембров, и все эти звуки, сочетания, все это настолько широко и необъятно, и мы порой даже бываем счастливы просто, что имеем возможность прикоснуться к этому. Сярод удельников фестивалю лепшие органисты из Германии, Японии, Австрии, Лихтенштейна и Финляндии. У концертных программах органная классика, сочинения для органа с оркестром, транскрипции и импровизации. 23-й международный фестиваль органной музыки «Званы Софии» у Софийским соборе проходит до 25 листопада. Протягиваем выпуск. У ВДМУ «Студентская осень» – международный фестиваль творчества студентов-медиков все лето проходит в 22 раз. На протягу тыдня будущие ураши меняют строгие белые халаты на сценичные национальные костюмы, как проявить свои таленты. Творчество, спорт, кулинария, интеллектуальные гульни. Наш корреспондент Ольга Шмаргун поглядела, на что здольные студенты ВДМУ. У кафе Витебского медицинского самая аппетитная частка фестивалю – выстава-дегустация кулинарного майстерства. Студенты из Ливана, Шри-Ланки, Индии и Туркменистана знакомят с особенностями национальной кухни. Для некоторых страв отмысловые специи пришлось везти за тысячи километров. У Беларуси такие не купишь. Вкуснее еда. И это называется фасоль и картофель тут. Это рис. Fried rice. И это нут и картофель тут. И это называется гулаб-джамун. Это очень сладкий и очень вкусный. Студенты из Туркменистана Витебскому медицинскому присвятили двухповерховый торт. А мясцовые белорусские готовали не только драники. Кулинарный конкурс все лето присвятили году малой родимы. Тому конкуренцию экзотичным усходним стравам склали айчинные. У любом выпадку долго звать за стол никого не пришлось. У нас щука есть запеченная с лимонным соком, с лимоном. Вот, также оладушки, драники с поджаркой. Вот, чай у нас был очень вкусный травяной, но его уже выпили весь. Очень вкусный, видимо, был. Студентская осень все лето объединила студентов с 33 краин света. Миновито такая география у ВДМУ. Программа фестивалю различена на 5 дзен. С ранку до самого вечера в учеба часово отыдзе на другий план. Студенческая жизнь, она насыщенная. Наши студенты имеют возможность и заниматься спортом, и творчеством, и проявлять себя в интеллектуальных турнирах. Но вот фестиваль – это как кульминация, возможность показать себя, удивить, поучаствовать в конкурсах, выставках.
Спаборництвы по 8 видах спорту у рамках универсиады и спортланды сярод интерната у ВДМУ. Со спортом у будущих медиков особливые относины. Во университете действуют больше за 20 спортивных секций. Сёлета з'явилася новая по пауэрлифтингу. В этом году впервые, наверное, за много лет университет стал серебряным призером спартакиады вузов города Витебска. Ну, для медиков это серьезный успех. У нас, вот, например, двое ребят, это вернее парень-девочка, выполнили норматив кандидата в мастера спорта в армрестлингу. Любой доктор скажет всем пациентам, что нужно активно двигаться, что это залог здоровья. Мы, как доктора, должны в этом участвовать, должны сами знать, что рекомендовать пациентам и как их на это настраивать. Квесты и выставы, вокальные и интеллектуальные конкурсы, концерты и майстер-классы. У фестивальном ритме Витебский медицинский будет жить на протягу тыдня. У финале студенты подведут выники доброчинной акции. Усе собранные сродки будут накированы Витебскому областному дому дитяти. Ольга Шмаргун, Дмитрий Котов, новини, Витебск. Сегодня во всем свете означается Международный день слепых, який призваны нагадать насельництву планеты про тех людей, которые назавжди позбавлены махшимости бачить навокольный свет. Напередодні у Витебску прошел турнир по галболе на кубок предприемства «Элект» громадского объединения Белорусского товариства инвалидов по зроку. Борьбу за урочистый трофей вели команды из России, Польши и Беларуси. Подробязности у Сергея Мисурагина. За апошнія гады областны центр ператварыўся ў сапраўдную сталіцу гулявых відаў спорту для людзей з інваліднасцю. У нас ладзіцца чэмпіянат Беларусі па інвафутболі і галболе. Праходзяць і шматлікія міжнародныя спаборніцтвы. Галбол – спецыфічны від спорту для інвалідаў па зроку. Ён быў заснаваны ў 1946 годзе для рэабілітацыі інвалідаў Другой сусветнай вайны. Каб гуляць у галбол, трэба валодзіць як мінімум трыма навыкамі. Умець арыентавацца ў прасторы, мець неблагую фізічную форму і галоўнае, як паміж ігракамі было взаиморазумение на пляцовце. Что касается витебской команды, она выступает очень отлично, особенно девушки являются чемпионками Беларуси по этому виду спорта. Ездим на различные соревнования. Мужчины тоже второе место заняли в этом году на чемпионате республики по голболу. Нас приглашают на разные турниры в Финляндию. Также приглашают в Россию, в Королев. В данном случае через месяц поедем. Также в Польшу иногда ездим. А тем часом у зале панавала полная тишиня, якую разрывал звонкий гук специального мяча. На пляцовце, як у великим футболе, шла упартая боротьба. Игроки порушали правила, били пенальти, удало оборонялись и пропускали мячи. Узровень спаборництва довольно высокий, избирает достойных соперников. Приехали проверить свои силы и подготовиться к своему турниру, который у нас будет проводиться тоже в конце ноября. И плюс у нас впереди чемпионат России, поэтому у нас идет подготовка. Ездим на всевозможные турниры. У спаборництвах мужчин гоноровый трофей спрэчили сборная команда Подмосковья и голболисты из города Тулы. Мацнейшей на этот раз стала команда подмосковной дружины. Бронзовые узнагороды достались польской команде из Белостока. У жаночем турниры на первых ролях так само были российские команды. Это и не выпадково. У отрознения от белорусов, которые у голболе являются аматорами, российские спортсмены выступают на профессийном уровне. У напружном финале, как и год тому, перемогла команда Калужской области. Представницы Вологодской стали серебряными призерами. Бронза на рахунку витеблянок. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск. С 15 листопада у сувязи с реконструкцией закрывается рух транспорту пешеходов про спутепровод Полоски у Витебску. Гарвыканкам просит удельнику дорожного руху загоди плановать перемещение про собъездные шляхи. Маршруты и схемы руху громадского автотранспорта опубликованы на официальных сайтах Витебского областного и городского выконкама, а так само на сайте ТРК Витебск vtv.by. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи. У ближайшие сутки по Витебской области будет облачное надворье, чекается снег, мокрый снег, по заходе с дождем, слабый гололед. Ветер паўднёвый с переходом на паўночно-заходний 4-9 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток минус 2, плюс 3. Днем по заходе плюс 4, плюс 7. У Витебску так само будет облачное надворье, ночью с прояснениями. Чакается снег, мокрый снег, часом опадки моцные, на дорогах гололедица. Ветер паўднёвый 4-9 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток 0-2.